Всем привет, с вами снова Дима, и сегодня я вам покажу трюк, чтобы удивить друзей. Ну что ж, поехали. Скажите ему поставить стаканчик на одну гривну, которая расположена на двух других стаканчиках. У него ничего не выйдет, потому что правильную конструкцию знаем только мы. Для того, чтобы это сделать, вам понадобится эту гривну свернуть гармошкой. Вот и весь секрет, ребята. Когда свернули, сделайте конструкцию такую, какую показано на экране. И просто поставьте на гривну стаканчик. Вот и все, ребята. Такой трюк. Если вам понравился этот трюк, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о моих новых видео. Всем пока!